Вот они мои сладости. Кто-то из подписчиков сделал такой комментарий о том, что не спешите от мамки отнимать вот этих малышей. И это правильное замечание, потому что пока они с молоком матери, они получают все витаминки, и в любом случае они будут, ну, здоровее. Потому что прививку сейчас это еще рано делать. Ну, некоторые глупые волонтеры, которых мы знаем, ради своих галочек непонятных. Ну, а каких непонятных? Они галочки ставят себе, набивают бонусы и зарабатывают, так я считаю, деньги. И не только я считаю. Стерилизуют и кастрируют и котят, и кутят с трехмесячного возраста. Это, я считаю, издевательство. Там еще ничего не сформировалось, и они уже пытаются убить все, что... Ну, будем так говорить, иммунную систему и все остальное. Этого делать нельзя. И это не только мое мнение, но и только мое, и мое тоже в том числе, но и мнение специалистов, профессоров, с которыми я общаюсь. Поэтому не все то хорошо, что некоторые преподносят. Да, хотя стерилизация нужна и кастрация нужна, но она нужна только в зрелом возрасте.